Парк «Сокольники» сегодня предстал перед москвичами в первозданном виде. Строители закончили реконструкцию исторических объектов. Главного входа, боковых фонтанов, симфонической эстрады. Гостей ждут обновленный Золотой пруд и Большой Розарий. Главной задачей было восстановить исторический облик парка, при этом создать все условия для комфортного и современного отдыха. Реконструкция парков начиналась так же, как и в «Сокольниках». Мы вначале убрали всю незаконную торговлю, незаконное строение, вывезли тысячи тонн мусора. В следующем этапе благоустроили дорожно-тропиночную сеть. Следующим этапом создали новые спортивные, детские площадки. Затем восстановили исторические сооружения. И в конечном итоге парки, практически все парки Москвы превратились в достаточно благоустроенную современную территорию. Каждый год мы создаем, помимо старых парков, которые мы улучшаем, реконструируем, создаем по 50 новых парков. Если в 2010 году «Сокольники» посетили только 1,5 миллиона человек, то в 2014 уже 10 миллионов. Реконструкция проводилась по новым стандартам благоустройства столичных парков. Это означает, что строители обязаны создавать гармоничное пространство, в котором сочетаются удобные тропинки, зеленые насаждения, освещение, детские и спортивные площадки и многое другое. Чтобы взять с собой домашних животных,